Хотелось бы сказать об этой машинке, сделать обзорчик вам, кому это будет интересно. Вот такая машина MAN, кому нравилось. ТГА 18 430 лошадиных сил, тентованная, высокая кабина, хожу в полный рост. В принципе, вот такая вот красненькая у меня машинка. Тонна 300 баки с двух сторон. Заправился, на круг хватает. А вот тут пробка. И края не видно. И вот он знак. Впереди государственная граница. Это уже граница в Эстонию. По машине. Обзорчик хотел бы. Значит так, рация, тахограф, три больших ящика для документов, для мыльных принадлежностей. Вот хожу в полный рост, люк, ну, люк механический. Значит так, два спальных места, ну, верхний, как обычно, под сумки, вещи, все остальное. Ну, а нижнее, это уже, это спальное место. Так, также имеется тут холодильник, обычно затаренный, работает. Это есть, значит, вот этот фонарик. Значит так, показываем тут. Это, значит, ручной тормоз, а это у нас автономная печка. Сейчас она включена, вот он, спираль нарисована на табло, включается красной кнопочкой, а это регулятор температуры, больше, меньше добавляешь. Значит, это клавиши, стеклоподъемники дополнительные. Это включается холодильник. Еще холодильник регулируется вот здесь. Терморегулятор, который регулирует температуру холодильника. Коробка передач. Мануалка. Кстати, интересная такая коробка. Вот сейчас покажу вам ее расположение. Ну, в принципе, она у всех одинакова. Но тут есть одна фишка. Значит так, вот это нижний ряд, это верхний ряд переключения. Верхний ряд — это уже с 5, 6, 7, 8. Это значит повышенная, пониженная.
передача, которая делит передачи пополам. А вот эта кнопочка, это кнопка так называемое ручное сцепление. Значит, трогаешься, как обычно, педалью сцепления переключаешь, а остальные все передачи нажатием кнопки переключаешь. Просто нажатием нажал, включилась передача. Ну, как обычно, переключаешь, но не педалью нажимаешь, а просто пальчиком. Значит так, смотрим дальше. Панель управления. Так. Ну, тут регулировка фар. Включение противотуманок передних, задних. Аварийка. Тахометр, спидометр, ну как обычно на всех машинах. Компьютер, кстати, вот здесь показывает переключение, значит, передач. Вот верхний ряд. Вот сейчас нажимаю клавишу вниз, он раз, вот перещелкнулся. Раз, вот перещелкнулся. Вверх. Вот он перещелк. Так, и также повышенное, пониженное. Вот моргает значок. Это повышенное, пониженное. Переключил. Она встала. Вот включил пониженную, она показывает, что осталось только выжать сцепление и будет пониженная передача. И также в середине показывает какая передача стоит. Сейчас стоит на данный момент N, нейтрально. Ну, это все как обычно. Температура, воздух, давление воздуха, заправка в баке. Ну, такого тут ничего. Такого нету. Серьезно. Значит, смотрим дальше. Здесь у нас кондиционер, вентилятор и направление воздуха. Так, это мультимедийное. Сейчас уже такое на руле ставят. Телефон, ну и все остальное. Значит, так, тут ниже смотрим. Это значит у нас подсветка за кабиной. Это подогрев сидений. Это у нас, значит, клавиша. Нарисован ночник. Вот включаем. Горит ночник. Красные лампочки. А вот эти две клавиши очень интересные. Значит, нажимаем клавишу, и у нас опускается автоматически шторка. Нажимаем вторую, с другой стороны опускается шторка, также и поднимается. Очень удобно, когда солнце в глаза, поднял, опустил. Все остальное. Ну, также здесь музыка, прикуриватель, блокировка моста, а с этой стороны включение габаритов ближний свет фар. Здесь, значит, открыть впереди капот. На двери, значит, это блокировка двери пассажирской. Открыть, закрыть. Это стеклоподъемники. Это подогрев, включаешь зеркал. А это кнопка
переключение. Большое и маленькое зеркало. Значит, здесь левая, правая сторона. Ну, а этот джойстик регулируешь, как тебе удобно. Так, это такое есть. Значит, тут две пепельницы с двух сторон для пассажира. Ну, полочка уже это самодельная. Мне ребята слесаря дали. Ну, а теперь вот два навигатора у меня. Тут вот регистратор, на котором я сейчас снимаю. Кружка для чая с подогревом. Это значит, у меня ТВ-тюнер. Антенну я снял, она сзади лежит. Ну, подключаешь антенну, и цифровое телевидение ловит. Даже в глуши 10 каналов. То есть нормально. Ну, ноутбук и модем интернета. Так, ну тут у нас еще вернемся. Свет и капелька свет. И также с той стороны. Окошечки дополнительные сверху. Ну вот, в принципе, что хотел вам показать. Да, еще вот тут есть одна на спальном месте фишка. Ну, то есть свет тоже. А здесь будильничек. То есть включаешь время. Коврики застелены, утепляемся уже, зима. Да. Вот подъехал коллега, тоже МАН, только ТГХ, 18440. Ну, уже поновее модель. Ну, по трассе не уступаю им ни капельки. Ну, так вот, примерно такой хотел бы обзорчик быстренький по машинке. Конечно, проводов много, потому что здесь и телефон заряжать надо, и два навигатора. Вот она, навигация у меня. Называется Navitech. Очень хорошая, мне нравится. Спасибо Андрею Боссону. Кто желает, пишите на канале. Дадим ссылку, скачаете, установите, и не будете знать вообще проблем. Как добраться? Доводит прям до ворот. Ну вот такие вот у нас. Ну, тут есть еще пару моментов, как руль тут откидывается, как сиденье регулируется. Но это не столь важно. Вот клавишей вот этой, да, блокируем дверь. Вот нажимаем, и ручка затягивается вовнутрь. Включаем вторую сторону, она открывается. То есть удобно, не надо тянуться там, закрывать, лезть и дверь. Все автоматически.
Вот как бы так. Пишите, не стесняйтесь. Кого какие моменты интересуют, будем помогать, будем рассказывать. В следующем обзоре видео сделаю, как попасть на работу в Эстонию, в Европу, из бывшего Советского Союза, стран СНГ, можно попасть работать трак-драйвером по Европе. Расскажу, кто помогает в этом, какая цена вопроса, что для этого надо. Самое главное — желание, здоровье, остальное все будет. Всем пока, пишите, оставляйте свои отзывы, подписывайтесь на канал, будем делать дальше видео в ближайшее время уже по Европе. Всем пока, всего хорошего, до новых встреч!